Итак, мы встали на Губернском. Растяжка, он уже эти два пакета принесли, пока мы тут останавливаемся. Вот еще пришли к нам помощники. Еще девушка приехала. Здравствуйте. Кладите в машину прямо, ага. Спасибо большое. Спасибо. Помощники наши. Дайте все сюда. Ага. Спасибо. Здравствуйте. Конечно, да. Вот ребята лекарства привезли нашим собачкам. Привет! Помощник наш. Спасибо большое. Так. Здравствуйте. Кладите. Нужен. Хорошо, не Да, конечно. Покидайте все сюда, ага. Помощники наши. Помогает приюту. Зайка, юный волонтер. Да, здравствуйте. Ну, девочки, вы чего? Помощницы наши, не стесняйтесь. Мы решили помочь приюту «Лохматая душа». На самом деле, я не была подписана, конечно, в Инстаграме на вашу страничку, но мы услышали, благодаря своим родителям 5-го класса, школ номер 10, мы, к сожалению, узнали о той ситуации, которая произошла, и хотим быть причастными к тому, чтобы внести свою частичку души, тепла, сердца, как хотите,
Спасибо большое. Небольшое такое, так скажем, подспорье в виде материальной помощи, потому что я считаю, что иногда в такой ситуации деньги лучше, потому что вы лучше знаете, что можно привести. Конечно, да, спасибо огромное, спасибо. Что необходимо вашему приюту для того, чтобы животные были живы и здоровы. Поэтому надеемся, что хоть малая часть поможет, принесет вам удачи, тепла. В общем, нам очень жаль тех, которые, тех собачек и кошечек, кто у вас там были, которые, к сожалению, погибли. Но мы надеемся, что дальше у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Терпения желать не буду, значит терпеть не будете всю жизнь. Да. Спасибо большое. Спасибо.